Намасте. Тысячи людей со всего мира присоединились к подготовке к Всемирному дню единства, который пройдет 7 марта с 18 до 19:15. Для своей подготовки люди используют манаса вача карману. Это означает, что они используют свой разум, речь и действия. Используя свой разум, они каждый день повторяют невероятно мощную мантру Экама, генерируя и излучая мощные энергии единства. Плоды этого они собираются предложить человечеству во Всемирный день единства. Весь этот процесс построен на основе глубокого понимания универсальных принципов. Один из таких принципов — это принцип садхармы. Всякий раз, когда вы принимаете намерение о коллективном благополучии и совершаете действия, в силовом поле кармы вы приводите в движение прекрасный, чудесный узор событий. Когда вы будете сознательно использовать свою речь для того, чтобы ваша семья, друзья, ваше сообщество осознали важность жизни в состоянии единства и отказа от разделения, вы зарабатываете очень много хорошей кармы. Когда вы приглашаете их присоединиться к этому благородному событию для того, чтобы внести свой вклад в человечество, само это намерение, сам акт приглашения создает для вас огромную благоприятную карму. Люди, которых вы пригласили присоединиться ко Всемирному дню единства, и сила дикши, исходящая из их сердец, повлияет на человечество. Все это дает невероятно позитивную карму. Знаете ли вы, что в Древней Индии мудрецы целыми днями совершали яги или огненные подношения для Локи Кальяны? Считалось невероятным везением получить приглашение на такое мероприятие, настолько, что даже боги ожидали этого приглашения. Всемирный день единства подобен этому. Он как величайшая яга для Лока Кальяны. Даже боги и мудрецы будут присутствовать на ней в этот день. Позвольте мне объяснить вам в очень простых и элементарных терминах, что такое карма. Объяснить, как она работает. Это огромная часть той мудрости, которой мы делимся на более глубоких процессах в Экаме. А пока просто поймите следующее. Карма похожа на посев и жатву. Вы пожинаете то, что вы посеяли, но во много раз больше. Если бы вы посеяли семена, которые причиняют страдания и боль другим, боль вернулась бы к вам многократно. Если вы сеете семена радости и благополучия своими словами, эмоциями, действиями, радость возвращается к вам многократно. Какой-то урожай вы можете собрать за несколько дней, на что-то уходят месяцы и годы, но они возвращаются. Сеять семена сознательно для того, чтобы вы и ваше будущее поколение могли пожинать хорошие плоды, считалось дхармой или ответственностью каждого человека. Сейчас вы готовы. Вы будете медитировать на манипура-чакру. Десятилепестковый желтый лотос, расположенный в области пупка. В центре желтой чакры пылающий джатарагни, пылающий огонь. Вы будете медитировать сегодня с биджа-мантрой Жан. Медитация на манипуру будет вашей подготовкой ко Всемирному дню единства, после чего вы перейдете к дикше и экам джапе. Пожалуйста, закройте глаза. Внимание на область пупка. Пропевайте эту мантру вместе со мной. Ram.
Плавно открывайте глаза. Сейчас можно перейти к Дикоше и Джапе Экама. Хамсасохамикам, 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 хамсасохамикам. Хамсасохамикам, 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 хамсасохамикам. Хамсасохамикам, 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 хамсасохамикам. Хамсасохамикам, 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 хамсасохамикам. Хамсасохамикам, 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 хамсасохамикам. Хамсасохамикам, 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 хамсасохамикам,
Хамсасо Амикам, 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 Хамсасо Амикам.